Положить мне надо будет. Надо будет положить, я положу. Евангелиста Иоанна. Евангелиста Иоанна. Послание. Почему? Это не послание, это Евангелие. Давайте посмотрим на там. Хочу, чтобы меня пригласили. Начнем, наверное, по кабачке. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь небесы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, исцелися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами,
чтобы мы всегда пребывали в истине Твоей и следовали строго по окровавленным Твоим стопам. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо. И научи нас донести истину Твою людям, которые еще не пребывают во тьме неверия. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Потом уже посылать. Пока батюшки нет, давайте мы вспомним наших палящих братьев и сестер, которых нет, которые не смогли сегодня пребывать с нами. Болящих таких нет, чтобы вот кто-то сейчас заболел, да? Нет. Аполлинария выздоровела у нас. Ну, слава Богу, аллилуйя. Да. Игорь. Все. Ну, Игорь Калерия еще. Сегодня пришла. Да, Калерия пришла. Слава Богу, Игоря да. Нет, Дыбунова. Игорь, да, вот Игорь весь пост болеет, так что молитесь, чтобы он из одной болезни в другую, да. И вот такая качель у него там. Так что да поможет ему Господь исправить. У Нагаева Мария Яковлевна тоже ей плоховастенько, помолитесь. Там болеет побольше для него. А кто еще не исповедался, последнее исповедание Великим Постом будет 8 числа вечером. Накануне, на неделю у нас 12-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в пятницу. Вот, поэтому, кто может, где близко, ходите на молитву храма. И в воскресенье будет следующее верное воскресенье. Значит, Татьяна, нужно булочки, спечь хлебцы, вот, и на литургию просто. Так, ко мне какие вопросы есть? У нас там тает. Ну, тает, та же, как у вас. Ну, у вас лучше тает, у нас пока снег еще весь целый. Сильно не тает пока. Воды пока нет еще. Но будет сильно вода. Как начнет таять, будет очень сильно. Потому что снегу много. Снег сейчас он садится, уплотняется. Потом, как если только будет тепло хорошее, он сразу резко рванет. Пойдет, будет много воды будет. Потому что земля напитанная с осенью очень сильно была напитана влагой. И в воде сильно принимать она не будет уже. Вот так. И было так, что она напиталась, потом была сыро и как-то морозит, приморозит. Сегодня вот снег, обычно снег тает, а там уже земля как бы тала под снегом. А это под снегом еще какая-то такая сантиметров 10 корка льда получается. Вот. Такого вот я возле дома отдавливал, такого не было никогда. Всегда долбишь снег там, и там уже земля. Это обязательно снег сбросишь, там еще такой сантиметров 15 до 20 лед стоит. Вот, поэтому может быть. Да не померзнет, а просто вода может быть резко сбежать куда-то. Да, у нас потопления не будет, только если плотины не выдержат, где плотины прорвет, вот и все. Так дома устоят все, ни один дом не снесет. Вот. Так, еще что ко мне есть? Какие вопросы? Ну, ничего нет? Слава Богу. Что? Давай, Валентина. У меня такой вопрос. Вот, когда мы читаем «Господи, помилуй» там 12 раз, 40 раз, так. Это не напрасно мы имя Божие произносим? А ты считаешь, сколько ты раз в день согрешаешь? Или ты день бывает, чтобы день ты прожила без греха? Не бывает. Не бывает. А ты посчитай за один день, сколько у тебя было деяний греховных, сколько мыслей было греховных. Посчитай, возьми один день как-нибудь, посчитай, сколько у тебя было. Вот и все. Теперь мы не просто какие-то, мы считаемся чадами церкви православной. Ты чадо церкви православной или нет? Ага. Так ага, у нас есть устав. Устав есть. Устав этот составляли не посторонние люди. Вот. Мы вот литургии Василия Великого сегодня служили. Вот. Я даже в отпуске, я ошибся, до Златоустова сказал, она Василия Великого сегодня литургия это была.
у нас. Молитвы составлены святыми отцами. Ты можешь лучше молитвы совершить, чем Иоанн Златоуст или Василий Великий? Лучше их можешь помолить? Нет. Они составили. Есть еще литургия апостола Иакова, но ее редко где служат, так тоже составлено. И что мы будем? У нас есть устав, где что читать. А если нет устава, там начинается, ну, от того и секты народились, когда устава нет. Нет такого устава, сами себе ставят. Вот сидят они 10, допустим, их. И одно место берут из Священного Писания, ты как, а я так думаю, а я так. И все 10 думают по-разному, толкование разное у них. У нас не так, у православных. У нас есть толкование, которое святые отцы растолковали. Евангелие, допустим, Слово Божие не может каждый человек, а Бог дает дар этот, кому открывает Бог. У нас готовое толкование, мы не придумаем, что, а если беседа, у нас уже готово. Это нам составили кто? Это Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина там, и других святых отцов. Поэтому не нужно так думать, если ты лучше что-то, какая молитва, ты можешь лучше молиться, чем в церкви. Ну, молись дома. Если ты чадо церкви, то здесь ты должна поддерживать того устава, который есть. У нас устав. И этой мысли не надо. Это вот, ты слышали сегодня беседа? Сомнение. У тебя сомнение, это идет на что? Ты считаешь, что ты не на правильном пути, если ты 40 раз Господи помилуй, то ты, это неправильный путь твоего спасения. Ты в этом сомневаешься? Если подряд 40 раз говорить, как-то сомнительно. Ну, подряд. Да. Подряд говорить. Но ты сомневаешься, что это, если ты скажешь 40 раз подряд Господи помилуй, то ты это не на правильном пути спасения. Ты уже на ложном пути. Это у тебя сомнение в этом возникло? Наверное. Ну, наверное. Вы отвечаете как-то так, наверное. Ты говоришь, да или нет? Ну да. Сомнение возникло. Да. Ну вот. Ты уже сомневаешься, а сомневаться не надо в этом. У нас есть устав, еще раз говорю, есть устав. Устава не будет, ну и ничего и не будет. Каждый повезет свою, как лебедь, рак и щука. Туда-сюда будет. Вот. Мы то, что есть устав, и то мы еще что. Мы что-то опускаем. Мы не свое, а опускаем, потому что этот устав был составлен. В основном-то монастырское служение. Допустим, каноны должно быть там на 12, на 14 тропарей. Вот, допустим, на Пасху пасхальный канон. Там в одной песне всего 2 тропаря. А написано по уставу должно петь на 12. И вот где-то строго соблюдает устав, знаю, старобрядцы, то они каждый тропарь 2 повторяют по 6 раз. 6 раз один пропели, 6 раз другой пропели. Это монастырское все, поэтому мы в приходских храмах мы не можем так, поэтому мы там ну, сокращаем, что возможно, кафизмы, где-то канон мы, допустим, не на 12, только на 6 питаем что-то. То есть сокращаем, не свое добавляем, а вот, опускаем. С одной стороны, вот мне нравится, пока читают, я всех своих родственников. Вот так вот, вот и все, и молись. Пересчитаю всех родственников, ну, да, не вот. Знаю как. Должно только не так, что, говорит, как из пулемета, что хвалится, говорит, вон в том храме, говорит, псаломщик. Он, говорит, на одном дыхании 40 раз, Господи помилуй, говорит, как набрал воздуху, и только потом садится там, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. То есть на одном дыхании 40 раз, Господи помилуй. Вот. Это, конечно, это не годится. Вот. Понимаете, что это все из всего хорошего можно... сделай до того плохое, что оно будет не во спасение, говорит, а наоборот даже. Вот я был в одном храме, протодиакон выйдет говорить, допустим, возглашает там возгласы, так возглашает возглас, что вот сколько есть, допустим, в нем дух, он так набирает, потом да, за каждое прошение он весь выкладывает, голос такой, бас, он там гремит, все. Но трудно, что можно понять. У него будет. Хорошая, хорошая. Но так вышел считать Евангелие. Только догадался, что о чем читается Евангелие. Я уже знаю, какое будет дневное чтение. Я догадываюсь, о чем это считается. А остальные-то все стоят, никто ничего не понимает. Ну. Это не от того, что там Евангелие. Его можно на славянском прочитать хорошо, что будет понятно. Я служил, когда в Омске, был настоятелем, там отец Иоанн Бельник. Я завидовал даже ему, как он читает. Он выйдет читать, ну, допустим, когда
Евангелие выходили, великим постом посреди храма читали мы священника. Он читает, у него каждое слово четко, ясно. И когда были торжественные службы, архиерейские, допустим, то шестопсалмы выходил митрофорный протоиерей, отец Иоанн, читать шестопсалмы. У него каждое слово, читает, но каждое слово понятно, чисто. А так можно и по-русски прочитать, а ничего не будет понятно. Был другой священник, который выйдет читать посреди храма на русском языке Евангелия, вместо кафизма. Владыка так Максим вел. Но он вышел читать, а мы в алтаре-то стоим все. Владыка подзывает меня и говорит, иди посмотри, он на каком языке читает. Но я подошел потихоньку, так посмотрел. Ну, русское лежит, Евангелие, крупное такое-то. Я выхожу, Владыка, на русском языке. Он дальше читает, но непонятно ничего. Тогда архиерей говорит, иди потихонечку так, чтобы не обидеть. Он старенький же батюшка был. Скажи, что я его зову, нужно, говорит, срочно. Ну, я пошел его, сказал, он зашел, я стал дальше читать. Можно на русском прочитать так, что ничего не будет понятно. Поэтому сомнения это удали от себя. Много тебе 40 раз? Скажи 12 раз. Много? Ну, 3 скажи раза. По своим грехам. Сколько грехов сделаешь, столько раз Господи помилуй, говори. Без счета. Ну, так вот и все тогда. Вот, успокойся. Тогда, может быть, не 40, а надо 400 раз всех подряд. Да, скорее. Так, что еще есть, какие вопросы? Ну, а в дополнение, что значит напрасно вот этот грех произносить Господа? Пример приведите, пожалуйста, чтобы мы понимали. Не произноси имени Господа твоего напрасно. В суете. В суете. В суете. Как в суете? Суе напрасно. Непризываемое Господа в суе. Ну как? Очень просто даже, скажем так. Среди верующих это, но у неверующих просто. Там что-то нет, он там может, как говорится, скверным словом что-то сказать. А верующий, если ошибка, то что-то делает, опять, ох, Господи! А сам, ох, Господи! А что дальше-то? Ох, Господи, а что, ох, Господи? Помилуй меня или помоги мне, Господи! Что, ох, Господи? И так можно на всяком деле где-то что-то... Это напрасно. Теперь мы молимся часто, говорим, а бывает, что и напрасно молитва, потому что молимся, мы не того просим, что нужно нам для, говорится, во благо. Не во благо себе часто просим, не получаем. Это напрасно. И Господь, ну, не отвечает на наши молитвы здесь. Почему? Потому что не нужно нам этого того, чего мы просим. Вот так вот. Понимаем. Скажите, как правильно дома просфору употреблять? Когда можно, когда нельзя? Просфору как можно? Да. Дома употреблять. На голодный желудок. Да. Вот и все. В любой день можно. Или когда болеешь, что в любой день. В любой день. Да? В любой день, прежде чем начинать утром, возьми просфору. Есть где-то молитва на принятие просфоры. Там, ну, просто помолись и Господи благослови. И принимает просфору. Особого такого ритуала, скажем, как это. Или устава, как принимать просфору, нет ее, такого устава. Это как тело Христово. Нет, это не тело Христово. Тело Христово, то, что вы причащаетесь, это не тело Христово. Не надо путать. У нас многие говорят, это как у нас, да что вы, да это хлеб, это тело Христово хлеб. Это хлеб есть хлеб. А тело Христово тогда, когда совершается молитва, вот мы молимся. Все молитвы, которые есть, вот вы вчера вечером молились, сегодня утром молились, до верую, верую пропели, начинается так называемый евхаристический канон. Уже это самая, как сказать, сердцевина всего нашего богослужения, когда происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь. Вот. До этого еще хлеб и вино. А после этого, когда священнослужитель совершил молитвы какие и действия, тогда уже это тело и кровь. Там, вот где тело. А это обыкновенный освященный хлеб. Скажем так, освященный хлеб. Только всего. Больше ничего. Не надо выдумывать, что это тело. Тела нет. Это будет, вот это уже будет просто какое-то кощунство, сказать, тело. Нет, это не тело.
Или говорят, престол, стол. Видите, у нас есть такие там, на стол газету, зачем положили на стол газету? Это же престол. На столе газета, это, а стол это престол. Нельзя, какой престол? Серафима. Это стол наш. Значит, где престол уже одинаковый? Видишь, как можно сказать? Престол это там, где совершается вот в алтаре престол. А дальше там-то жертвенник. Где совершается таинство. Правильно, правильно. Еще что есть? Сомнение в достоверности синодального перевода – это грех? А ты сомневаешься в этом? Я нет. Ну, заказывай, в чем дело. А кто сомневается? Кто сомневается, что Библия неправильно переведена? Есть такие у нас? Батюшка, нет, тут не так. Сейчас существуют современные переводы, и скорее православные сомневаются в этих переводах современных. Нет, здесь вопрос... Нет. А я почему? Вопрос о том, если правильно ли переведен, и говорит... Я про это и говорю. Если современный перевод, сомнения в современных переводах, почему нельзя перенести это на синодальный перевод? Также люди. Останови, ты что-то как-то запутаешь. Зачем не современные? Современные переводы, которые сильно искажают, особенно догматическую часть. Ну а при чем здесь современный перевод и тем, что мы пользуемся синодальным переводом? Ну а почему не усомниться в синодальном переводе? Хорошо, вот ты речь. Усомнился, не читай, читай новый перевод, который адвентисты перевели, иеговисты. Читай, если тут вопрос, грех это или не грех, вот как поставлен. В чем? Сомнение в синодальном переводе. Ну я не такого не слышу, чтобы кто сомневается, только это кто? Сектанты сомневаются. Сектанты старобрядцы. Потому что сектанты переводят, как говорится, под свое имя. Допустим, просто Господь говорит разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. Они переводят, говорю тебе ныне, будешь со мною в раю. Ничего страшного, только запятая перенесена. А все то слова те все же остаются. А смысл меняется или нет? Меняется. Я купил было в Туле, зашел там, в центре есть адвентистский. Я нашел у них книги. Купил у них перевод Нового Завета. И Псалтырь. Ну, я не все так. Где-то открыл, почитал и сравнил. Ну, даже близко нет. Понимаете? Этот перевод, который мы имеем синодально, его переводил не один человек, какой-то Кулаков. Вот. А четыре духовных академии. И люди, которые знали в совершенстве древнегреческий язык, древнееврейский, там, древнегреческий, латинский язык знали. И они переводили. И потом сравнивали, как это. Не просто так, что... А здесь взял один человек, там, Кулаков, перевод Нового Завета Кулакова. Кулаков переводил это. Ну, адвентист. И ты сомневаешься, а может быть, Кулаков правильно перевел, а четыре духовных академии неправильно? Как убедить? Да не надо убеждать, даже в этом не надо убеждать. Допустим, говорят старобрядцы, что это неправильный перевод. Только ответь, а вы переведите, дайте правильный перевод. Где? Его нет у нас. И не будет никогда. Дайте правильный. Нет. А это для чего говорит? Кто это говорит? А для того, чтобы только отвести, чтобы не читал на русском языке. А на славянском да ничего не понятно, ничего не поймет. Хоть она и будет считать, да никто ее не считает дома на славянском. Ну. Поэтому в этом нет. А старобрядцы только на славянском читают? Только на славянском. Но они имеют, кто такие, кто дома имеют Библию православную. Рядовые имеют, да. А в храме там все только на славянском. Допустим, мы вот по Потеряевке утренняя и канон Андрея Крицкого. У нас прошло 2,5 часа. А там у них было 6,5 часов. Вот. Племянник звонит мне с Новосибирска и говорит, дядя, вы сколько? Я говорю, а у нас, говорит, 6,5 часов. Вот когда было, в среду вечером. Помолятся как. А тот Валентин, тебе надо хоть раз сходить помолиться там, чтобы вы любили свой храм и православный устав. Вам надо. 6,5 часов. На каждый тропарь делается по 3 земных поклона. У нас помилуй меня, Боже, помилуй меня, там пропели и один поклон. А там на каждый 3 земных поклона делать надо.
Так они там как поют, так что ты. Вот так. Что, Николай? Как бы в заключение вот этой темы, просто хотел бы спросить, вот, ну, о сомнении, да, вот, ну, в православии у нас столько литературы духовной, что, ну, в жизнь не перечитать простому человеку, ну, если только сесть и все. И, но не вся литература как бы у дома носимая, слово такое, ничего, в кармане. Там, ее надо или там в чемодане, или там в рюкзаке, ну, серьезно. У неправославных, я вот так скажу, неправославных, есть удобоносимые книги. Книги. То есть они маленькие, удобные, раз его там под названием, там они называют Евангелие, ну, различные названия, может быть, там. Карманные, да. Вот, да, карманные и прочее. И, но в таком случае там может быть, ну, спрятано какое-то, вот как вы говорите, да, слово там маленько не так переведено. Или напечатано специально. То есть, момент. Стоит ли читать в таком случае книги, не изданные в православии? Николай. Да. Сегодня большинство, допустим, христианских там различных общин, сектанты, пользуются только синодальным переводом Библии. А то, что переведено сегодня современно, это немногие. Оно пользуется. Я знаю, у нас, допустим, баптисты, там, песня, у них все только синодальный перевод. И они, допустим, издают Библии, Новый Завет, и говорят, что синодального перевода. Синодальный перевод. И вот маленькие Евангелия от Иоанна, это синодальный перевод. Они нет, другого они нет. А такие, как эти, это они не распространяют такие. Да он сразу ты заметишь, это тот или не тот. Понимаешь? А то, что большая или маленькая книга, ну... Книгу, допустим, да, есть книги такие, есть Евангелие, я видел, в оружейной палате, 32 килограмма весом, вес Евангелия 32 килограмма, его выносили, говорит, два протодиакона, когда на чтение, выносили два протодиакона. Да, во какой, Иван, попробуй, ты в рюкзаке ты не унесешь такое. Унесу, но... надо будет унесу. Да, унесет. Поэтому книги-то, ну и смотреть нужно, да, сегодня в выпуске много книг. И есть, то есть цензуры нет никакой. Кто что желает. Раньше, допустим, мы читаем старые книги. Книга такая-то, цензор такой-то там, Пантелеймон или там кто-то там. То есть была цензура. То есть. Или благословение. Ну да. Но сегодня можно написать благословение там патриарха, там, а патриарха, что он там, книги выпускает там сотни тысяч, что патриарх каждую книгу там видел, да он в глаза не видел. Ну, может быть. Но есть синодальный этот издательский совет. И вот. И сегодня выпускает какие книги, то говорит, одобрено издательским советом этого, ну, православной церкви, Московской патриархии, одобрено. Ну, поэтому видишь, что если ты взял книгу, там другой раз такое пишешь, что действительно выпускает, распространяет там монашеская исповедь. Это такое, столько наплетено и собрано такое, что ты никогда прожил жизнь и знать не знал, что есть какие-то такие грехи. А прочитаешь, ты будешь уже знать из себя, да, вот что еще оказывается, я прожил и не знал, что я есть. Я точно грешен. Да. Да. Грешен. Батюшка, можно? Батюшка, вопрос. А, наверное, можно использовать любой перевод, который сохраняет догматику. Я думаю, и так. Не надо. Но если догматика сохранена полностью, тут вопрос другого. Скорее, если будет перевод, который превзойдет синодальный. Разберись, догматику там или нет. Если дается что-то там, откуда знает, там догматика правильная, неправильная догматика там или что-то. Я могу пример привести, батюшка, это перевод Лапухина. Перевод говорится с иеговистом. Он думает, как? Христос распятый? Нет, он был повешен и за руки на дереве. Нет, я говорю, что сохранена догматика. Какая? А здесь у них не сохранена догматика. У кого? Православная, у иеговистов. Там нарушено все. Я и говорю. Перевод Лапухина, я сравниваю его постоянно. Вот ты дал это, попалось тебе иеговист, ты дал какому-то... Человеку совсем не знает. Он откуда знает, там правильно или неправильно читает. Да, о, и все. И он так и уверен, он и будет так и знать, что распятия не было. Креста не было.
Не было креста. Просто на дереве он. Был повешен на дереве. Вопрос задавать, батюшка, о параллельных православных. Да вам зачем это знать параллельно? Вам зачем собирать-то все всякую муть? У вас есть это, читайте. Лопухин, он был православный. Так, и что? Можно его читать или нельзя? Но он, ну, да у нас есть нормальная Библия. А она что, не вы такого Библии Лопухина, что ли? Да. Ну а почему нельзя? Об этом она есть на православной церкви. Об этом и речь. Нет, такого Библия, либо перевод. Синодальный перевод, только он там, как говорится, комментарии дается. И все. На русском языке. Лопухин Библию переводил? На русском языке она издана. У него немного другой дух, как говорят, сравнивается. Красота другая. Алексей. Понятно. Перевод синодальный, там ни одного слова Лопухина-то нет. Есть как комментарий. Но вот у нас новый завет. Пишется что? Священное Писание, дальше Феофилакта. И в некоторых местах добавляется комментарий. То что? Правильно этот перевод или нет? Правильно толкование или нет? У нас было в учиме, дали, говорят, и Евтихий говорит, а можно нет читать эту Библию? Читайте, говорит, все, но где, говорит, мелко написано комментарий, можете пропускать. Так, говорит, все, истина там, но вот комментарий можете опускать. Вот и все. Ну так и ты уже возьми, что тебе не нравится Лопухина, что он там толкует, но упусти. Остальное это священные слова, это библейские, это они все это... Да. Он же их никак понятно, не исказил. Батюшка, знаешь, без перевода на французском языке или на в любом другом, на армянском языке, на греческом языке, без перевода читает человек. А можно их читать или нет? Пожалуйста, если ты понимаешь греческий язык, читай греческую Библию. Так об этом как раз читай. И речь, что перевод, который делается на русский язык, у Лопухина сделан он то же самое, только у но него... Он не переводил, он не переводил, он толкует, толкует текст, переведенный синодальным. Да не толкует он там. А что он делает? Комментирует. Комментирует. Ну знаешь, ты еврейский язык, на еврейском языке читай. Ну вот у нас есть, даже здесь где-то нет, у меня есть дома, я тебе могу принести, читай. Половина на еврейском, половина на русском, но синодальный перевод. Тем более справа, наверное. Так, да. Пожалуйста, читай. Тебе не нравится на русском, читай на еврейском, на греческом, на латинском читай. Здесь просто говорится о красоте духовного состояния, когда есть хорошие стихи, а есть великолепные или гениальные стихи. Алексей, еще раз. Вот так вот синодальный. Тебе нравится больше красивее какая-то эгоистка или баптистка, читай ту. Не об этом речь. Ну так о чем речь? Ну о чем спорить? Вот что-то крутите и вертите. На сегодняшнее время лучше синодального перевода на русский язык не существует в мире. Вот так и говорим. Так и говорим. Не существует. Это все понимают. И никто... Кроме вот сектантов, не решается больше делать новый перевод. Никто. Так и, сектанты, это вот мы говорим о том, что баптисты, они вот только первая ступенька, они только от нас отошли. А дальше уже пошли, они уже пользуются другими переводами, своими переводами. Переводы эти пошли недавно они, совсем. Не случайно эти баптисты тоже пользуются только синодальным. Только синодальным пользуются все. Да и посмотрите, мы еще и ведь до конца-то его этот синодальный перевод-то не изучили. Так когда читаешь, там лучше этого перевода на сегодняшний день. Там несколько смыслов в каждом стихе можно найти. Читаешь, ну, ладно, успокойтесь, все. У нас свобода, можете читать тот и другой. На латинском, на греческом, на немецком, на английском читайте. И сравнивайте с этим. Да у нас у многих есть перевод параллельно. Английский и русский текст синодальный. И немецкий тоже есть. Как есть это, как место Священного Писания, я как-то спрашивал одного, что дух дышит где хочет. А в английском как будет? Что там? Дух дышит где хочет. А, ветер жужжит где желает. По-английски. Они его с ветром сравнивают. Нет, серьезно. Оно смысл-то об этом и есть. В оригинале ветер написано. Ну, я на ветер. Вот в чем дело. А когда говорит, а почему дух говорит? Господь говорит, духом творишь. Вот означает о чем? С маленькой буквы ветром, написано. Ветром совершает катастрофы. Ну да. Так, ну, еще что? Некий догматический вопрос. Хватит. Ну, спаси Христос, батюшка. Да, догматику разобрали. Сестра, ну, если говорить еще об этом. Вот возьмите фразу. Мы еще не до конца понимаем этот синодальный перевод-то. Даже когда толкуют нам святые. Например, фраза. Да любите друг друга.
А многие говорят, что да любите друг друга. Так и понимают, что так нужно читать. А тут сослагательное дается, как совет дается Богом. Да любите друг друга, любите друг друга. Любите. Так что я призываю все-таки пользоваться только синодальным переводом, потому что я вот признаю, что это грех. Если не пользоваться синодальным переводом, потому что ничего лучшего пока не сделано. Я, например, когда занятия проходили в университете, и были по... пересылали, по радио передавали, и стулы тоже там вот эти. Я уж теперь не помню, кто они, но свой перевод. И когда я читаю, я еще толком не изучил вот толкование святых отцов в синодальном переводе, но уже чувство было такое, что здесь не то. Не то в этом тексте. Просто нужно проникнуться в этот дух, который пренебесный перевод, этот, который нам дан. Всегда в данном переводе. Пусть Сергей нам расскажет. Если говорить еще, вернуться к вопросу о наших болящих, то о болящих помните всегда о Сергее, который в Воронеже, о его маме. Татьяны нет уже второе воскресенье. Новиковой, да, потом скажете. И у Нины Александровны очень сложная ситуация в семье. Муж ее... болеет очень серьезно, там очень серьезные заболевания, поэтому ей предстоят большие испытания. Молитесь о ней, чтобы Господь ее укрепил, и чтобы она успешно работала в плане того, чтобы убедить его обратиться к истине и принять крещение святое. Вот это о болящих. Назови его по имени, чтобы знали, о ком молиться. Виктор. Виктор. Имя его Виктор. Виктор Матвеевич. Братья и сестры, хочу поделиться с вами своими размышлениями о... Про Татьяну сказать. Про Татьяну, да, расскажите про Татьяну. Братья и сестры, Татьяна, она Ксюша. В тяжелейшем состоянии Ксюша, в духовном. Она жила там у матери. И там она, конечно, делала то, что хотела. Теперь она пришла на каникулы к ней и заболела. И Таня сама-то болеет, и девочка это болеет. Таня. Она за ней ухаживает? Да, помолитесь о ней, о Татьяне и о Ксюше. Помоги, Господи. Братья и сестры, хочу, да, вот как, прежде чем говорить о том, что вот о заповедях я хотел поговорить, а как наблюдатель, хочу сказать. Хочу пригласить родителей сюда. Пригласите. Кость, пригласите родителей сюда. Всех сюда. Сегодня вы видели эту маленькую девочку, которая все время бегала. Как ее зовут-то? Гликерия, да. Чтобы она бегала. Варвара. Варвара. Нет. Гликерия. Гликерия. Не видели. А почему? Да потому что присмотр был. Я вот хочу сказать, я понимаю, что дети есть дети, но у нас как бы мы их сильно-то не обременяем. Когда есть возможность, они могут погулять, на качелях покататься, мы их выводим туда, во двор даже. Когда проповедь читается, ну присели они, отдохнули. Но так вот постоянно туда-сюда, как летучий голландец. Причем... дети из пяти семей стоят. Из двух семей стоят, не шелохнувшись. И никуда не ходят туда-сюда. Также они стоят и слушают, когда благодарственные молитвы читаются после причащения. А других нету. А эти без конца смотрят. Что, эти из двух семей любят своих детей меньше, что ли? Ну вот я просто... Может быть, я не прав, но вы меня простите ради Бога. Правильно. Потому что ну, нужно следить за своими детьми. Я понимаю, что это, прости, Варвара, да, ну, это в таком возрасте ребенок. Но где-то уже побольше, и можно объяснить, зачем они сюда приходят, как нужно себя вести, и как принимать замечания старших, которые здесь присутствуют. Я понимаю, что устают дети. Причем смотрят, вроде как, вот что-то там у меня заболело. Учите детей не
не прибегать к этим уловкам, к этому лукавству. Что-то у меня там пятка заболела, а может и не заболела. Потому что если будут они вот к этому прибегать, они будут действительно болеть. Простите ради Христа еще раз, если я что-то неправильно говорю. Потом к причастию, когда подошли, отошли от причастия, сюда подходит, просфору берут, антидор, антидорчик берут. Ну, руку притяните, не просто его возьмите вот так, а в руку, чтобы не рассыпать его. В ладошку. В ладошку, да, в ладошку. Второй рукой взяли кружечку с водой, отошли в сторонку, попили, поели, поставили прямо туда, на тарелочку. Ну, давайте, чтобы было у нас благочинно все. И с благоговением к святым тайнам. Если я что-то неправильно говорю, вы меня поправляете. Виктор Андреевич, вы все правильно говорите, но тем, кто должен это слушать, они не слышали этого ничего. Ну, не захотели прийти сюда, я пригласил. Смотрит ролик. Теперь о том, что меня, так сказать, волновало вот на этой неделе, мысли были о заповедях, так называемый декалогос, 10 заповедей, да, от Господа. Сколько раз Господь давал заповеди? Два. Когда? Моисей разбил отчаяние. Так, это было когда? Исход? В Исходе. А потом? Второзаконие, да. Исход 5 глава и Второзаконие 20 глава. Вот я прочитаю, вот выделить из этого я, вот 10, да? А вот как получается? Здесь вот выделено жирным шрифтом 10, 11, 12, нет, они все выделены, нет, а там 20 стихи, глава. Там не сам закон, это там стихи, они не... закон-то идет под другими номерами. Это же я просто прочитаю, можно я прочитаю исход 20 главу и 5 главу, да, сравним, есть разница или нет, и что из них выделить, как в декалогос, то есть в 10 заповедей. 20 глава, исход. «И изрек Бог Моисею все слова эти, говоря, Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой. Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного слова свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Второзаконие, 5 глава. О 10 заповедях. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору,
Он тогда сказал: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. В шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую, мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Но вопрос остался. Есть что, вот, разница между этими двумя текстами? Сложно на слух, брат. А второй как бы с толкованием. Что? Второй как бы с толкованием. С толкованием? Да. Ко второму раскрытый. Уже привыкли. Ко второму? Да, постоянно же пишется вот то, что вы сейчас прочитали. 10 заповедей эти каждый раз. Ну вот это молитва. Ну а вообще... Самая первая заповедь от Господа, это вот, ну как бы еврейскому народу, да, были такие заповеди. Избран, Бога избранного уже народу. А вообще человеком самая первая заповедь какая была? Все плоды ешь, с этого дерева не ешь. О, правильно. Бытие, 2 глава, 15-16 стихи. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева же познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Так что заповедовал Господь? Пост практически. Пост. Не, вот дерево это... нельзя есть, а то, что под деревом, то пожалуйста. То, что под деревом, говорит, сам есть. Вот это он такой припост туда и начал соблазнять. То, что бегает под деревом. А если серьезно, братья и сестры, я вот задумался об этих заповедях, и размышления о заповедях у меня... Самое первое, что у меня... Не убей. Кто из нас не повинен в этом грехе? Есть такие? Нет. Я себя не могу себе причислить таким. А гневался? Ну, хотя бы потому, что первое послание Иоанна 3:15 говорит нам о том, что гневающийся на брата своего напрасно есть человека-убийца. Ну, а кроме того, женский род. Кто не делал свою утробу гробом? А мужики, братья, не радуйтесь. А вы не способствовали тому? А вы не причастны? Тогда это не было грехом. Я был не под законом. Грех остается грехом. Тогда бы ты его не исповедовал на исповеди. Да? На исповеди не говорю. На покаянии. На покаянии. Если бы это не было грехом, не было бы... Не было бы надобности говорить об этом. Когда ты осознал, что это грех, тогда ты уже под законом становишься. Тогда ты его исповедуешь. Да. Значит, вы сказали, гневающийся на брата своего напрасно. Какое развлечение между напрасно гнев или не напрасно? Вот есть такое понятие, не напрасно. Гнев не напрасно. Так.
Хороший вопрос. Давайте отвечать. Только, пожалуйста, по толкованию. Да. Кто знает. Златоуст говорит, что гнев – это тот цепной пес, которым мы должны руководить. И он должен быть направлен на врага. Не на личность, а на его действия. Напрасно – это когда мы гневаемся на человека, на личность. Но не на поступок не замечаем. Но мы должны гневаться на поступок. Тогда он становится правильным гневом. Христос гневался на поступок. Изгнал торгующих и покупающих. Вот. Еще у кого есть Понятно. Мысли по этому поводу? Вопрос хороший, очень. Гневаясь, не согрешайте. Гневаясь, не согрешайте. И... Сегодня на проповеди было так. Человек, который гневается и уверен в себе, тот что? Сомневающийся и не имеет веры. Сегодня только читали, батюшка как раз читал на проповеди. То есть это эгоизм. Когда человек гневается, уверен в себе, а это эгоизм, то есть грех. Гордость – грех, эгоизм. То есть уверен в том, что он прав? Да. Да. Получил ответ? Ага. Спасибо, получил. Христос. Вот, ну и я себя не могу причислить тем, кто не повинен в этом грехе. Вы знаете о том, что есть по всему миру памятники нерожденным? Да. Вот я пошлю вам потом, посмотрите вот эти фотографии поближе, памятников. Памятник маме и ее нерожденной дочке в Словакии. Памятник нерожденным детям в Хорватии. Памятник нерожденным детям в Польше. Инсталляция в Старой Риге о нерожденных детях. Памятник нерожденным детям около часовни Святой Блаженной Ксении Петербургской на территории больницы номер 21 в Перми. Если позволите, стихи, которые у меня вызвали рыдания. Мама, ты за что меня убила? Я ведь воздухом с тобой хотел дышать. Зародившуюся душу ты сгубила, и сама начнешь всю жизнь страдать. Почему, нося меня под сердцем, от судьбы решила не ты сбежать? Чувствовать, как неродившееся сердце врач тебе железом будет рвать. Почему, за что судьба такая, не родившись сразу умереть, в муках алой кровью истекая? Мама, не молчи, скажи, ответь. Голос нерожденного ребенка. Я такой же, как все, как бутончик в росе. Я хотел расцвести и по жизни идти. Мама, мама, зачем ты меня сорвала? Мама, мама, зачем мою жизнь отняла? Я просил, не губи, я молил, полюби. Только слышал ответ. Нет, нет, нет. Расцветают сады и приносят плоды. Неужели бы мне не хватило еды? Как красиво поют по весне соловьи. Неужели бы мне не хватило любви? Хорошо бы родиться у птиц, у зверей. Ведь ни звери, ни птицы не губят детей. Я бы зайчиком серым скакал по лугам. Или лебедем белым летел к облакам. Информация. Впервые в мире аборты были узаконены в большевистской России в 1920 году. Сегодня наша страна занимает первое место по количеству сделанных операций подобного рода. Очень больно. По статистике 180 миллионов абортов в год. 500 тысяч каждый день. Никакая война, чума и мировые катастрофы не носят столько жизней. Вот наша вся культура и духовность. Это ужасно и страшно. Какое счастье и благополучие может быть в такой стране, в которой убивают своих детей? Я как раз на эту тему хотел сказать. Помните момент, Евангелие описывается, когда ко Христу привели женщину, прелюбодейку. Помните? Да. А что Христос сказал? Тот, кто без греха, пусть бросит первый в нее камень. Да? Но ведь в толковании сказано, тот именно тот, который без этого греха. И говорили о мужчинах. Почему? А в то время образ жизни был таков, что мужчине можно было позволено все. Женщина-прелюбодейка,
а мужчина нет. И до сих пор это так откладывается. А, мужчины, они кобели, они там могут как-то. И вот с этого момента как раз оказывается ответственным стал еще и мужчина. Оказывается, есть измена. То есть как раз об этом и говорится. То есть, и потом он подходит и говорит, где твои губители, где твои обвинители, да. То есть вот с этого, то есть очень важный момент. С момента как раз этого он указывает как раз на состояние того общества, которое было. Ну, вы помните, два города, которые были спалены, да, Божьим огнем, так сказать, Божьим гневом. Это до чего дошли. То есть, если посмотреть на образ, вот у меня, когда я слушал эти заповеди, меня поражает, знаете, какая вещь? Обращаясь, Господь говорит к еврейскому народу, говорит, что я вывел вас из египетского рабства, но не желайте чужого раба. То есть, а оказывается, разрешается иметь рабов для них. То есть, оказывается, рабовладельческий строй. То есть, об этом ничего не говорится, как бы. Ну, вам понятна мысль, что я хотел сказать, да? Раб имеет раба. Да. Они были рабами, и в то же время могут иметь рабов. Вот такие мысли, такие рассуждения по одной заповеди «Не убей». Еще у кого есть? А у Сергея нет? Толкование. Да. Вернемся к нашей традиции. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. 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 Евангелие от Марка, 10 глава, 32-34 стихи. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Толкование. Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапностью, а вместе с тем они должны были знать, что Он страждет по воле Своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их. А если не избежал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упреждением всех и поспешностью своей на пути Господь показывает и то, что Он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает Он всем случае, хотя и прискорбно, но за все сие утешает тем, что в третий день воскреснет. Марка 10:35-38. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Толкование. Другой евангелист, Матфей, в 20 главе, 20 стихе, сказывает, что мать их, Иакова и Иоанна, приступила к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое. Два сии апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист. Восхождение Христа в Иерусалим, о котором он беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять чувственное царство и уже по воцарении претерпит те страдания, о которых предрекал. Думая таким образом, они просят восседания по правую и по левую сторону Христа. Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят. Сесть одесную меня есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Притом, вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашу и крещением называет он крест. Чашу, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладкое для себя питье. А крещением, потому что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещания, думая, что он говорит о чаше чувственной и о том крещении, какое было у иудеев, которые перед вкушением пищи омывались. Марка 10, 39-40. Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Толкование. Здесь представляются два недоумения. Первое. Уготовано ли кому это седание? Второе. Неужели всеобщий владыка не может дать всего седания? Сидение про правую или по левую сторону. Отвечаем. Никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то, разумея, не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному судьи, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден. Но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете мучениками за меня. Но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь преимущество перед вами. Марка 10, 41-45. И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Толкование.
ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидели, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Пока сам Господь оказывал предпочтение Иакову и Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели. Но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив, и для того приблизив их к себе, что и означает это слово, словом «подозвав». Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело языческое. Ибо языческие властители насильственно покоряют других своей власти. А мои, говорит ученики, не так. Но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что и это признак великой души — от всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. В самом деле, не только послужить, но и умереть за того, кому служишь, что может быть выше и чудеснее всего. Но такое служение и смирение Господа было высотою и славою как для Него самого, так и для всех. Ибо прежде во человечине Он был ведом одним ангелом, а соделавшись человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но принял и другую, и над всею вселенною царствует. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Еще раз о переводах Библии. Вот короткая вот эта фраза. Не от меня зависит, сказал Господь, кому сесть по левую и правую сторону. Не от меня зависит, но кому уготовано. Он не сказал, что не от меня зависит, но от Отца Небесного зависит. Нет, не от Отца Небесного, оказывается. Но кому уготовано? А что такое кому уготовано? Избрание. От избрания. А избрание от кого зависит? Не от нас. От Бога. Бог-то знает, но мы должны прилагать усилия к тому, чтобы принять, чтобы быть избранными. Выбор делает. Выбор делает человек. Вот уготовано тому, кто желает и прилагает к тому усилия. Кто верует и работает. Кто свою веру делами подтверждает. То есть вот посмотрите, какой вот, и совет такой, ну от меня лично, можете принимать, не принимать. Вот если ты прочитал Библию в синодальном переводе, есть 10 раз толкование святых отцов, вот это вот толкование, тогда можешь читать другие переводы. Да, брат. Хотел бы вот сказать, что... Очень важный момент, стих он в последнем моменте говорит: можете ли креститься тем крещением, которым буду я креститься? А ведь он крещен. Иоанна. Да. Они сказали, может. Так вот, смысл все время, когда спрашивают православных, для всех сектантов, вот в этом стихе есть ответ, то у православных крещение не только крещение от воды и духа, а крестная смерть, крестный путь, кто не берет креста. Помните? Место, да, и не следует за мной. То есть вот здесь главный момент у православных, у нас, здесь говорится, что, оказывается, крещение имеет более глубокий смысл. Крестная смерть — отдать душу за других. То есть это как раз омытие, почему и спасся с правой стороны тот разбойник, крещение было в собственной крови. Да, он же не был крещеный. А собственная кровь, и рядом Христос был, и его слова были:
ныне же будешь со мной в раю. То есть более глубокое понимание, вот этот вот стих как раз может спокойно ответить вот то, что сектанты отвергают крещение там водное, не придают значения и так далее, и так далее. То есть вот я хотел о чем сказать. Спасибо, Христос, брат. Спасибо, Христос. Еще есть рассуждение. Сегодня у нас хорошее занятие прошло, да? Добрый. Но я могу только одно сказать. Здесь Господь показывает, о чем надо молиться, а о чем не надо молиться. Чего просить, чего не просить. То есть не просить. Слава. Да. Еще есть рассуждение, просьбы, пожелания, благодарение Господу. Да, брат? Ну, вот сейчас с братом Игорем Глушком подвязаемся. Я по любви к нему, ну и к себе, соответственно, в первую очередь. И вас не забывай. Да, и вас давно просил, прочитайте проповедь о чревоугодии. Мы на прошлом занятии, кто хотели, взвешивались на весах. А в чем подвязаетесь? Ну выслушайте вначале. Сбросить лишний вес. А, ну вот так и говорю. Вот, потому что ну, не всякий думает, ну подумаешь там, поел вкусно, Господь же сотворил-то. Ну и переешь. А потом болезни и не можешь, уже и молитва не та. И вот я. Подожди, брат. Да. Рекомендация как врача. Выходить из-за стола нужно с чувством некоторого голода. Да. Если ты насытился, ты уже чувствуешь, что ты сыт. Да. Ты уже переел. Да. А, брат, переел, можно? Значит, да, можно. У Сирахова сказано так, праведник ест до сытости. Да, да. Мы когда, Ваня у меня друг вот гостил, говорю, Ваня, я ему дал цитату из Библии, говорю, выбери слова о чревоугодии. Он говорит, праведник ест до сытости. Я говорю, это не подходит. Там смысл такой. Я говорю, а Ваня, как ты понимаешь? Он, Ваня, правильно растолковал, что праведник, он работает, он ест до сытости, а нечестивый, который обманывает все. Ну, Господь как бы палки в колеса ставит, что ты кого обманул, и тебя тоже, бумерангом тебе это все вернется. Степень сытости полная и неполная, так что до неполной сытости. До сытости, значит. До. Вот. Где эту грань? Где на эту грань? Я сюда. Да. Вот здесь. Молиться. И вот, да. Ваня, ты вот он сидит, Володя. Вот, Ваня, грубо. Мы вот с Ваней сделали вот такие магнитики на холодильник. Здесь, значит, двойной скотч, и я первым делом на свой холодильник приклеил, чтобы человек, открывая холодильник, после шести, например, уже, если он как бы Бога не боится, то, конечно, он будет объедаться. А если Божий страх есть, и вот это вот для того, чтобы именно устрашиться, потому что страх, это я как дрессировщик говорю, это великое дело. Если собака не боится дрессировщика, она его может загрызть. Если мы Бога не боимся, мы сами себя объедением просто-напросто убьем. Это медленная смерть, как наркотик, как курение, чревоугодие. Это, об этом много написано, и об этом надо говорить и еще раз. Прочитай стихи. Значит, стихи, писание такое. Ну, первое, значит. Тихо. Евангелие от Луки, Новый Завет. 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Просто Господь говорит, в чем застану, том и судить буду. Поэтому две недели у нас еще есть, давайте, чтобы Господь нас не застал. Да. Сирахова, 32 глава, 22 по 23 стихи. Может быть 31, потому что в электронной версии там, на одну главу не совпадает. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдания бессонницей, холерой, резь в животе бывают у человека ненасытного. А дышит, все. Псалом 72, 7, 8. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. А все от того, что ну, куда силу-то некуда давать, и он давай над всеми разрушаться. А когда вот учняешь себя, уже и сейчас вот и это великое благо, что мы имеем православную веру и вот постом. И Второзаконие 32.15. И уточнел Израиль,
и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Да не будет этого с нами. Аминь. Аминь. Сергей Павлович, дайте Валентину, пожалуйста. А уже есть. А что, нет, это моя. Алла забрала. Алла, отдай ей. Все. Отдала. Еще у кого есть слово? Тебе это не грозит. Да не надо. Игнат Тихонович. Всем грозит, Валечка, всем. Резюме ваше. Ну, первое, это о синодальном переводе. Можем многое доказывать, но обратись к внутреннему состоянию своему. Вот я просто буду спрашивать и скажите, кто читал перевод епископа Касьяна «От корки до корки»? Новый Завет, поднимите руку. Видите как? Сергея Аверинцева, академика, недавно умер. Кто читал перевод? Теперь новый перевод, который выпустили там библейское общество. Полную Библию. Кто читал последний? Видите, мне Бог позволил это иметь, и не просто иметь, а прочитать. И не просто прочитать, а начитать на пленку. С выражением. До буквы, чтобы было. Для сравнения. Говорят, если вы считаете, что он с недостатками, зачем? Поэтому я меньшим тиражом, но дал послушать. С синодальным. Ни в какое сравнение не идет. И когда говорят люди, да вот я синодальный что-то находит, я заранее могу сказать, что этот человек очень мало знает Библию синодальную, на память почти ничего не знает. Это только так, дым пускать. А если ты знаешь, и оно внутрь тебя прошло, и ты прочувствовал пренебесный свет, тебе не надо объяснений никаких, это Дух Святой перевел. Вначале, когда я обратился, впервые прочитал, что синодальный перевод один из самых лучших в мире. Сегодня уже так не считают. Сегодня считают лучший, не один из самых лучших. А почему? А как к этому готовились? В первую очередь, знание языков. А какое это знание? Такого знания сейчас я спрашиваю не с кем-то, с оригиналами работает еврей. Еврей с большим академическим знанием. Александр Мень. Таких энциклопедических знаний сегодня вообще ни у кого нету. Мы с ним сидим, беседуем, я задаю... Вопрос, вы как работаете? Ну, с оригиналом, еврейский текст. А вы могли бы перевести, как Хвольсон Давид Аврамович? Он вот так от меня отшатнулся. Да вы что, да никогда. Он не переоценил свои возможности. Я скажу, кто брал синодальный перевод и с другим языком, стих за стихом проверял, допустим, ну ты знаешь греческий, и перевести, если сравнивать... Подними руку. Нет, короткий. Греческий, все полностью. Только там, каждый стих. Перевод и синодальный, сравнивал. Синодальный с греческим. Кто? На английском языке кто? На немецком. Мне Господь позволил. Немножко знал. И все сравнивал. Сравнивал, беру и считаю. Текст английский, текст русский, английский. Русский. У меня время было этим заниматься. За счет сокращения сна. 2,5 часа Бог позволил и выстоять это дело. Не больше сутки тратить. И могу сказать, если есть иное мнение, передумайте. Кроме того, два переводчика уже канонизированы. Два. Это митрополит. Знаете, кто Дроздов? Как его звали? Ну? Глухарев. Да Филарет. И Макарий Глухарев, алтайский миссионер. А там был Лавягин, и кого только не было. Четыре духовные академии представляли синоду. И в синоде сидели такие знатоки. А кроме того, в переводческом коллективе там участвовал Павский Герасим Петрович. Вот у нас Евангелие от Матфея, это он один перевел. Псалтырь, это он один перевел. Хвольсон досталось там другое, там в Ветхом Завете. Павский знал настолько еврейский язык, что ни одного еврея в России не находилось, чтобы они могли опровергнуть. И он писал учебники, грамматики для еврейского языка. Ну, можно представить, что это за уровень. Ну, грамматику кто пишет, знает. Но явно дело, это филолог высокого класса. Он должен знать не меньше, чем Владимир Даль или другие. Мне Господь, я говорю, позволил с первого дня держать. И я ее дважды, Библию синодальной... Не считал, а от корки до корки. Первый раз, когда у меня это отняли, начитанное, по всей стране это разошлось.
И второй раз, когда вернулся на компьютер, теперь уже в электронной версии заново насчитал, и сейчас по всему интернету есть. Очень легко слушается это. Ну, кто слышал нашу запись? И там и баптисты, и адвентисты все им пользуются. Поэтому я говорю не как сторонний человек, а которому Бог позволил полюбить этот синодальный перевод. Я прочитал биографию этих людей, когда переводили они. Сделал сравнение. Узнал биографию всех переводчиков. Оказывается, вот, допустим, переводит Вульгату. Один. Латинский перевод. Кто переводит? Иероним Стридонский. 30 лет. Ни день, ни два, 30 лет сидит в Вифлеемской пещере. И рядом знаток, еврей. И он его учит языку, и теперь каждое слово он спрашивает. Энциклопедия. И по сегодняшний день латиняне не могут лучше перевести. Это дано было от Бога. Но так как все-таки значение одного слова большое, вот я скажу коса, не буду говорить. Ну, труженик сельского хозяйства скажет, а ты литовка, косит траву. А девчонка сидит там, скажет, коса у меня длинная коса. А моряк скажет, да нет, это отмель такая, нас корабль на косу вынесла. Надо понимать о чем. И чтобы понимать о чем, переводчики сравнивали, а как переводил это слово в контексте проповеди Златоуст. Как Василий эти слова переводил. Вы даже не можете представить, какой труд был проделан. Гекзаплориген – это 6 разных языков в сравнении с оригиналом. Я держал это в руках, смотрел. Я говорю, я разговаривал с немцами, проповедовал у них на немецком языке в собрании. Но мои знания мизерные в сравнении с тем, что должно знать. Конечно, 50 лет назад я уже ничего не знаю. С англичанами, с американцами беседовал за 2 часа, где-то 2 ошибки сделал и сам их почувствовал. В торопях. Но мои знания мизерные в сравнении с теми, которые переводили. А вы знаете, как язык они знали? Я буду, не буду называть имя, но только один человек решил работать, нести Слово Божие в южных странах. Ему сказали, много прокаженных. Нужно знать болезни все. И он немедленно поступает в медицинский университет, заканчивает ее блестяще, закончил не библейские курсы, а там Академия Духовная, отправляется туда и работает с прокаженными. Лауреат Нобелевской премии. Кто это? Ну, я говорю, не на дороге валяются такие люди. И его спросили, какой ваш родной язык? У него мать была француженка, отец немец. И он сразу не мог ответить. Он одинаково оба языка разговаривает. Он подумал и говорит, наверное, тот язык, на котором я разговариваю во сне. Тут уж никак по-другому. Во сне этот человек Альберт Швейцар. Запомните. Необыкновенный человек, который показывает, как надо относиться к своим знаниям. И поэтому синодальному переводу нет равных. И сравнивать другие переводы, а что с ними сделать? Сжечь. Чтобы зло пресечь, собрать бы все переводы, да сжечь. Кто это говорит? Ну, Грибоедов, Александр Сергеевич. Ну, он говорит, все книги, которые там один герой говорит. Уничтожить. У нас есть к этому делу ревностно отнесся глухонемым Игорь Третьяков. И он заказал, и там сделали, знаете, как перелистывается, крупно, все. Потеряевку привезли, я посмотрел, ну что за перевод такой. Игорь, где ты взял? Ну это новый перевод, убрать и сжечь. И он немедленно заказал по синодальному переводу. Не играйте с этим, Бог отнимет все. Мы обладаем лучшей землей в мире, самой богатой. А я поеду, ну мне пишет один, я поехал в Африку на золотые прииски. Да у нас столько приисков, конца нету. Куда ж ты поехал? Другой поехал в Италию деньги зарабатывать. Да здесь может такие дела делать, такая земля, такие рыбные запасы, такие леса. Куда ехать? Куда нам идти, когда у нас Библия на русском языке? Поисковик библейский сделал. Кто приехал сюда из Вьетнама? Тимофей Ха. Поступил в университет МГУ. И теперь вот я отсюда им пользовался. Виктор Петеримов позвал, просто Бог дал ему это. Нашел его мне, и я ему послал, какие мог только подарки. Вьетнамец приехал, чтобы изучить наш язык и дать нам этот поисковик. Относительно новых всех переводов, я ответил вам, не шутя, выкиньте, сожгите и не путайтесь, и не допускайте единой минуты, что это плохо у нас переведено. Кроме того, вот синод. В синоде 3 дня было присутственное, когда они собирались, решали дела свои. Каждый месяц 3 дня. И один из этих дней был посвящен просмотру переводов, которые поступали каждый месяц. А сидели какие знатоки, я уже сказал. Знатоки, которые не могли даже определить, какой для них язык.
Иоанн Златоуст проповедовал, когда перед ним лежало 4 перевода на греческий язык. Акила, Симах, Федотион. И кроме того, Септуагинта. И он переводит все, это, толкует на тот, на другой, на третий, четвертый, и не дает предпочтения никакому. А почему? Настолько блестящие были переводы сделаны. Но когда стали переводить, а в патрологии Мини вошли только перевод Златоуста 1, который брал он Септуагинты, и эти наши переводчики, они сравнивали, как это слово понимал Златоуст? Да у нас на 1000 лет дай жизни, мы никогда не будем так знать. Не надо этим играть. Главное, если ты это знаешь, я на молитве себя проверял десятки лет. Этот вопрос, который Алексей хорошо задал. Я на молитве проверял десятки лет, каждый день, многократно в день. Ответ один. Равных этому нет. Это пренебесный перевод, остальные вульгаризированные. Знатоки, которые считаются знатоками, таковыми они не являются. Или под себя, или блеснуть чем-то. Но перед собой держит этот перевод, и какие надо слова заменяет. Приди, а он написал, приходи. А зачем тебе, когда это одно и то же слово-то? Да. Он не знает. Но чтобы его имя где-то было вписано, этого нельзя делать. Кто из нас знает псалтырь на русском языке наизусть? Все. Ну? Нет. А патриарх Геннадий никогда не рукополагал диакона, пока не выучит наизусть псалтырь. Это надо знать, какие были требования к ним. А вот на это избранные были. Кто-то сказал, кто-то был избран. А как избирается? Я немножко затяну это, скажу. Вот в Каманах городе умер епископ. Но народу там много. Кого? Одни предлагают такого, что наш самый видный, он какой представительный, как тут был Гедеон Докукин. Самый симпатичный, представительный был архиепископ алтайский, новосибирский. Ну, просто удивительный, как он выглядит. Другие говорят, нет, надо, чтобы был, конечно, мудрый в Слове Божьем и в мирской. И компании разбились, группы, 3 или 4 группы. Приехал Григорий Чудотворец, рукополагать. А кого рукополагать-то? Каждый доказывает. И один говорит, да вам не угодишь. Вам только осталось, говорит, Александра угольщика поставить. Вот может Александр угольщика поставить, он никого не знает. Мимо ушей пропустить. Он одного вывел, спрашивает, скажи, а кого не помянули, Александр Угольщик? Да и тут один такой, угли пережигает, чтобы в кузне были, каменного не было угля, они там, пережог такой делается. А кто он такой? Ну, угольщик такой. А где он? Я не знаю, сейчас спрошу. А там приехали все, такси-то поставили, БМВ, ну тогда на ослах приезжали. И он их караулит, чтобы никто не украл, его никто не заставляет. Он справа сел уже от них. Его оттуда привезли, он с ним побеседовал отдельно, а он грязный, чумазый, какой был, такой и стоял. И он увидел там все, что в каждой группировке требуется. Он говорит, немедленно в баню, как Иосиф, когда привезли к фараону, переодели, посадили, его никто не узнал, которые его видели. Ну, идут мимо угольщик, даже никто не глянет. Задавайте вопросы, стали, все отшатнулись. Это больше, чем мы хотели. А этот, ну, это, говорит, мы, говорит, ничего не можем сказать. Мы хотели мудрого, но не такого, это... Да нам горе, он сейчас все каноны включит, он нас тут под эпитевью возьмет, но зато небо откроется. И он тогда сказал, это тот, который караулил ослов сегодня. Кому дано справа и слева сесть? Я считаю так, вот, когда об этом молился, кончает институт и кандидатскую, что-то дальше идут, там ординатура. В конечном-то счете впереди человек что-то думает, монашество принимает, а потом может академия, а потом глядишь где-то на епископа. Так вот это все справа и слева. Все, вот это, все эти подвижки вверх по любой лестнице, справа и слева, только уже своими силами. У Бога не так. Он решает, смотрит на это, и избрали этого Александра. И он оставил такой след, что сегодня мы смотрим, и не верится, что делал один человек. Амвросию когда избирали, там тоже такие группировки. Император, близкий человек, он говорит, знаешь, Амвросий, съезди, разберись. Ну, ты, я знаю, градоначальник такой, он, мэр города был, крутой, но... Не казни никого, ну мало ли еще бывает. И он приехал и стал говорить. И сразу все увидели, кто он такой. И ребенок закричал, епископом Амвросием, маленький ребенок. Все за него ухватились, да вы что, да я, у меня веры-то нет, я не крещенный. Епископом Амвросием. И он начал что, как людей-то отвратить. И он тогда в гостиницу поместился и сказал, блудец, через час проведи ко мне раз, чтобы знали, что я с ними сплю, и другое, чтобы отвратились. А народ кричит, грех твой берем на себя, только будь епископом. Ты крестишься, все, Бог смоет. Вот биография, кому, если там предсказано,
Кто переводил нам? Хвольсон этот, Давид Авраамович, Павский Герасим Петрович, слева и справа от незнакомого языка. И мы каждый день, повторяю, 54 года я благодарю Бога, Господи, кто переводил на русский язык. Поэтому так он мне дорог. Прошу, начните молиться, и вам новый свет засияет. Господи, какие же были люди, знающие русский, великий, могучий русский язык. Какие они слова, какое многообразие. Даже переведено уже 140 лет, еще, кажется, отмечали. И как будто сегодня переведено. Там Риховский есть такой из пятидесятников, он находится в президентском совете. И он беседует с Илларионом Алфеевым, митрополитом, насчет 140-летия Библии. И говорят он, тот-то сектант. А этим баптисты всегда пользовались только синодальным. А пятидесятники всегда только им. Адвентисты, это сегодня они добавляют запятую одну там. Только, а которые новые появились, новая жизнь, там другие названия, библейские, апостольские христиане, все им. Католики переводят брюссельское, только синодальные. Что тебе доказывать еще? Даже старообрядцы, не умеющие перевести, считают только синодальные. До революции только синодальные. В советское время Пимен, Алексей I издает. По порядку, все, которые издавали, Алексей II, Кирилл, только на синодальном. За рубежом издавали только синодальным. Какие еще доказательства нужны? Нам что надо? Выше этого, выше чего нету. Ну, один хотел быть выше, да его Бог сбросил с неба. Это один вопрос. Далее сегодня вот говорили о причастии. Я только то, что говорили здесь. Смотрите, я показывал в прошлый раз. У нас принято молиться или так, как я с Владимирской стены, или так, как от Никона пошло. Полная свобода. Но ты сложи свои пальцы, когда причащаешься так. Не так. Зачем ты так распластала руки-то? Ты же не стирать вышла. Ну, сложи руки-то вот так-то. Ну, я говорю, понятно, что говорю? Для кого? Угу. Ну, маленько-то прислушайся. В прошлый раз сказал, это напрягает тебя. Вот она смотрит, у нее руки сложены. Я маленько вижу. Не слышу, а видеть-то все уже вижу. Где голова, где ноги. Вот так. Сложила руки и персты сложи так, как ты можешь. Два у тебя или три перста. Вот так сложи. Немножко. Мы говорим от опасности видимых и невидимых. Я уже не первый раз этот посмотрел ролик. И 5 случаев в мире было невидимая опасность. Когда люди все стали думать, это демон, переселился, оборотень, который это делает. Нападает на людей. И никто не знает, кто. Находят растерзанную женщину, ну, видно зубы зверя какого-то. Ребятишки вышли играть четверо, все задраны до одного. И вот уже 50 человек умерло. И наконец 100 народ возопил. Куда... И тогда армия была призвана на помощь. Армия. И дано указание. Вот окружили сколько там? 1000 гектар-то. Уничтожить всех до одного волка. 700 волков убили, а его нету. Уже стали высчитывать. Это волчьи зубы были. Никто не может его найти. Только один человек. Надо все-таки божественную силу призвать. Он из пули вылил из серебра, померил их крестиками и вышел. И прямо на него выскочил этот черный волк, огромного роста. Я надела, говорит, что он, который задирал, он никого не ел. Это в нем положено было ненависть к людям. И через это надо было тоже задуматься. Больше 100 человек. В другом месте лев, там, где строили дорогу, и он убивал, 200 с лишним человек. Люди толпами стали бросать железную дорогу, никто строить. А там начальник был, военный офицер, полковник. И он тогда сам пошел. Оказалось, два льва, родные братья. Огромные львы. И он одного уже прям второй раз вышел, перед ним был. За вторым львом 20 дней один ходил и нашел. И убил. В Индии был один такой, 340. 340. Тигр. Ничего не могли сделать. И тогда призвали одного охотника за людоедами. И видно, что людей давят, они ест. Ему... Он одного съел, а двое лежат мертвые. Это ненависть к людям. И он один этот сумел опять расправиться с ним. И оказалось, чемпион в мире 400 будет 30, когда все обнаружились. Вот это видимое и невидимое, как нас Бог здесь хранит. Сколько каждый день преступлений, убийств, поджогов, топят, давят, отравляют. А мы каждый раз собираемся и благодарим Бога. Сколько на дорогах за это время погибло, как наша община образовалась. А по милости Божьей у нас никто. Мы проехали всю Европу и Азию захватили. И живые вернулись. Мы столько аварий видели дорогой. И когда причащаетесь, вернусь к этому.
Когда дали, маленько сразу в сторону отводи. Следующий поступает, ему некуда. И бывает так, ребенка на руках человек держит, и, ну, обернись маленько назад, уже второй, третий в очередь становится. Ну, как подойти-то? Сразу взял руку, просто отступи назад, повернись лицом и дальше молись. Я понемножку буду смотреть. Я перебираю этих, которые переводчики были. Таких у нас нету. Для себя это возьмите. Вы писали когда? Если у Иуды написано один стих такой, без страха уточняют себя. Вот надо было этот стих поставить. То есть потеря страха Божия. Лишний вес, я называю так, чужое сало на свои кости. В прошлый раз, когда мы здесь, это так, 1,70 м, у меня 1,72 м. Отнять надо 100, и значит, ну, это разрешается. Я еще отнимаю 5. И сейчас посмотрел, требуется занятие. Сейчас, сегодня опять пойду взвеситься. Прошла неделя. И не надо никаких диет. Один сухарик, ну, тебе и хватит. И ты увидишь, как по-другому, и старайся потеть работать. О переводчиках еще раз хочу сказать. Просто мне было слушать удивительно. Почему говорят, не знаешь наизусть, начни заучивать. Из псалтыри псалмы разные, из Евангелия, из посланий. И ты, когда будешь читать другой перевод, эти тебе покажут такое чуждое и далекое. Как они посмели трогать это? Ну вот и все. Потому что было. Свое тут, что, когда все это разобрали, вы все... Все вопросы были задеты. Спасибо, Христос. Многие уже разошлись, хотелось задать вопрос, но задам, наверное, на следующем собрании, потому что многие разошлись. Вопрос хороший, но оставлю его до следующего собрания. Чья это икона? Изображение-то кто давал? Держи. Батюшка, так это вам подарок. Но нет. Отец Михаил фаст передавал. Да ты что? Я думал, кто-то дал освещать, я осветил ее, она стоит. Вот так она же все. Супер. А ты что не сказал? Я объяснила, ну, как он просто не понял. Да как он может понять-то? Ну, так, завершаем. Значит, еще продолжение будет. То есть напение, трапеза материальная, потом духовная трапеза, занятие. Достойная всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренней распри, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И еще, братья и сестры, у Тамары нашей глухонемой 3 апреля день рождения. Многое лето ей, здравия души и тела, и вечной блаженной жизни. Многое лето, многое лето, многое лето.
Христос. Так, с Игорем не беседуй, пока мы отдельно придем, когда ты занесешь. Там, где младенцы лежат, младенцы вот эту передай.